Заседание началось с обсуждения отчета об использовании средств резервного фонда Кабинета министров за 9 месяцев 2018 года. Вице-премьер, министр финансов Джин Сух Нанба проинформировал членов правительства о структуре и направлениях расходования средств Кабинета министров в размере 49 913 414 рублей. Если вкратце говорить о структуре и направлениях расходования средств Кабинета министров, значит, можно выделить такие направления, как материальная помощь физическим лицам, финансовая помощь бюджетам местных органов власти, вот, ну и финансовое обеспечение расходов бюджета в случае, если финансирование в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований является недостаточным. Джин Сух Нанба также представил проект об утверждении норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Следует отметить, что нормы расхода топлива являются обязательными для применения всеми предприятиями и организациями Республики Абхазия, независимо от форм собственности эксплуатирующих автомобильную технику. Норма расхода топлива подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки и модификации. Оба проекта были приняты единогласно. Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Абхазии и Сирии о создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству от 6 сентября 2018 года. Соглашение предусматривает создание рабочих групп как в Абхазии, так и в Сирии. После утверждения данного постановления мы представим Кабинету министров уже состав рабочей группы. Вот, будет определено должностное лицо, которое возглавит эту группу, и, соответственно, будет определена комиссия. Соответственно, мы начнем работать по направлению. Правительство ввело изменения в производственный календарь на 2019 год. В связи с совпадением выходного и праздничного дня было принято решение объявить 6 января нерабочим днем. Понедельник, 29 апреля, объявлен выходным, так как накануне, 28 апреля, отмечается праздник Пасхи. Согласно постановлению, 29 декабря – рабочий день, а 31 – выходной. Проект закона о внесении изменений в положение об установке формы визового порядка был принят единогласно. Теперь обычная рабочая виза будет выдаваться иностранному гражданину, въезжающему в Абхазию, в целях осуществления трудовой деятельности на срок до 1 года. Раньше рабочая виза выдавалась на срок действия трудового договора. Сейчас она выдается на срок до 1 года для иностранного гражданина. И сейчас иностранный гражданин может лично подать заявление на получение визы и, соответственно, разрешение на работу. Премьер-министр Валерий Бганба отметил, что введение визового режима со всеми странами, кроме признавших Абхазию, позволяет контролировать поток не только туристов, но и иностранных граждан, въезжающих в республику для работы. Кабинетом министров был утвержден состав коллегии Министерства по репатриации. Правительство единогласно утвердило формы специальных разрешительных документов для осуществления лесного пользования. В соответствии с законом Государственному управлению лесного хозяйства необходимо разработать инструкцию о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи лесорубочных билетов, ордеров лесных билетов до конца этого года. Постановлению об утверждении перечня особо опасных вредных организмов у членов правительства возникло много вопросов, и проект был отложен для рассмотрения на следующем заседании. Отмечалась, в частности, необходимость повторного изучения всего списка вредных организмов, так как некоторые из них, к примеру, филоксера, не зарегистрированы на территории Абхазии, но при этом внесены в перечень. Членами правительства было поддержано еще одно распоряжение о передаче Министерством сельского хозяйства селу Псху Сухумского района техники. Это отдаленное село. Есть в этом крайняя необходимость поддержать это село, чтобы они эффективно могли заниматься сельским хозяйством. Из резерва Минсельхоза нашего эта техника была получена из Российской Федерации на безвозмездной основе, и из нашего резерва Минсельхоза мы выделяем вот эти 2 единицы, по 1 единице трактора и по 1 единице плуга.
Правительство перевело земельный участок площадью 0,50 гектара в селе Эшера из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. А в селах Алахадзе и Приморское решением правительства нескольким фирмам предоставлены земельные участки для строительства объектов гостиничного типа. Членами правительства утверждены проекты по линии здравоохранения, в их числе медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, кадровое обеспечение системы здравоохранения республики, совершенствование противотуберкулезной помощи населению, лечение граждан за пределами и на территории Абхазии и другие. Царес Мартамас Чикавани, Абхазское телевидение.